Второй год на территории Украины работает проект «Еда на каждый день». Сотрудники ассоциации «Мануил» идут в ромские поселения, где местные жители в большинстве своем безграмотны. Их девушки в 15 лет уже имеют по несколько детей, юноши не умеют работать и не имеют ни малейшего шанса прокормить себя и свои семьи. Алкоголизм, преступность, болезни и высокая смертность – вот что является нормой для этих людей. Цель проекта «Еда на каждый день» – обучить местных жителей правильно обрабатывать землю, садить семена и собирать большой урожай, чтобы их дети не голодали. В прошлом году в проекте участвовали жители 7 ромских поселений. Этой весной количество семей, желающих учиться и работать, выросло вдвое. Чтобы кормить одного ребенка на протяжении года, его родители должны вложить в землю всего около 25 долларов, но даже этих денег у них нет. Не пропустите свое участие в жизни этих детей. Средства, собранные в результате акции, помогут обработать и засадить более 20 гектаров земли, собрать и сохранить урожай для более чем 150 многодетных семей, а это около 1000 детей. Именно ваша помощь может навсегда изменить судьбу одного ребенка.